На связи межейки. Козели вот загончики стоят, травку кушают с кормушки. Надо уже устал возить им тачкой. Вот. Ну, мы вы попастись, конечно, выходим. А я вот пока что занимаюсь окнами. Вот видите, одно окно сделал, зачистил, покрасил, стекла на силикон посадил. Вот. В том году я, получается, ну как, просто шпателем краску старую снимал, но она вся не снимается. И получается, оставались бугорки такие. Вот, и потом пыль садится, и просто тряпочкой помыть уже не получается там. Вот. Поэтому решил тут уже по-другому делать. Зачищаю полностью вот таким вот кругом на болгарке. Правда, болгарка такая довольно сама тяжелая, плюс вибрация, руки быстро устают это. Вот. Но зато, видите, и тут все снялось, вся краска. Вот, отлично. И вот этот вот серый слой такой тут, вот делаем сейчас, я пойду покажу на другом окне. Вот, видите, вот так выглядело окно. Вот они все тут примерно в одинаковом состоянии. И вот видите, вот этот серый слой, да, он, ну, не счищается так, там металлической щеткой я в том году тер и это, и что, и шпателем, да. Так вот этот слой, он впитывает краску и потом просвечивается серым. Вот. А болгаркой он счищается отлично и все. Потом дерево там чистое и покрасил, и все отлично. Видите, это даже стекла нет. Вот. А вот что я как говорил, там, как на кухне я красил, вот это вот остаются такие бугорки. Вот они, да. И потом, ну, пыль вытирать вообще не вариант. Вот, сложно. Поэтому решил, что надо нормально зачистить, покрасить. Вот, и еще эти окна довольно послужат. Лет 5, я думаю, они еще точно простоят. Так, ну что вам тут еще показать? Заодно вот и когда болгарка зачищаю, видите, тут ржавчина видно. Зачищается и металл этот все. Ну, то окно было, в принципе, очень неплохое. А вот в этом окне вот эта перекладина. Главное, что с этой стороны целая, а с этой стороны, вот, видите, как поел жучок. И рама там одна тоже так же получается. Вот. Где-то какая-то одна была поедена. Ну вот, и рамы тоже так же зачищаю. Видите, как получается. Вот она. Тут, кстати, под стеклом не было даже покрашено в некоторых рамах. Вон, видно даже. Вот. Тут прохожусь щеткой по металлу, чтобы вычистить это все. А потом крашу, оно высыхает, и намазываю силиконом, вставляю окна, стекла точнее, и это. И фиксирую гвоздиками. Штампиками не получается, штампики тут, ну, паз маленький, и штампики торчат, получается, отсюда как-то некрасиво. Поэтому просто гвоздиками. Вот. Силикон уже все равно не даст задувать туда. Вот, ветру. Да, это окно самое больше стекол было побито. Тут одно только целое большое осталось, которое сверху там, и одно маленькое в форточке, все. Остальные все менять надо будет. Вот, вырезать. Еще руку не на белую резать. Так иногда и криво получается. Ну еще стеклорез как. Вот. Купил нормальный этот российский, так он нормально режет. А то китайского хватило мне на пару резов только. Вот. Еще вот самое сложное, что отмывать от краски вот эти стекла. На рамах краска сама поотваливалась, а на стеклах эту краску попробую еще счистить. Вот. Красили не это. Получается, ничем не приклеивали, чтобы не мазать стекла.
Иногда кажется, что проще другое вырезать. Вот, тем более, что тут стекла тонкие такие довольно. Вот, а те, что я вырезаю, там потолще. Ну вот как-то так. Потиху занимаюсь, потому что планирую на эту зиму переехать в эту часть дома. Вот, не знаю, что у меня, конечно, получится, но пока что вот делаю окна, потом возьмусь за печку. Буду смотреть, что там с печкой делать. Да, Кора? Переедем мы с тобой в новую часть дома. А вот козюли стоят, жуют. Стоят и жуют просто. У нас тут похолодало, такой ветер был пару дней сильный, так вот листочки поздувало с деревьев. Еще вроде бы и не желтые, ну вот падают, когда ветер сильный. Самый красивый он тот клен красный, сейчас покажу. Клен в этом году. Там он в кустах зеленый с желтенькими, а вот этот вот красный весь стал. Ближе подойду, покажу. Какой. А тут даже два рядом, и вот они одинаково покраснели. А тут у меня елка. Ее давным-давно этой молнией расщепила. Вот. Так часть это висит на дереве, не знаю, упадет, может, когда-нибудь. А часть, что тут было, там и пень торчал, это такой высокий, я его спилил, и все это попилил, это на дровишки. Останется только перевести, уже считай, колотые дрова. Ну, где-то что-то еще придется доколоть. Считай, готовые. Где-то трухлявые немножко, но ничего, все спалится. Вот такие. Ну что вы мекаете, а? Веточек вам принести с листиками.